В учениях приняли участие одновременно 4 района курорта. По сценарию везде произошли крупные дорожно-транспортные происшествия. В центральном районе на Мамайском спуске перевернулась цистерна с мазотом, есть пострадавшие, соответственно, на дороге образовался затор машин. Была налажена пропускная способность автомобилей. Были расставлены необходимые дорожные знаки, так как на данном участке дороги велись аварийно-строительные работы. Работал один экипаж, один автомобиль, 2 члена экипажа. Также на месте происшествия работал один пожарный расчет. Проводили работы 4 человека, разматывая рукава в случае необходимости для того, чтобы залить пены. Начальник управления гражданской обороны и защиты населения отмечает, все службы сработали слаженно. Первыми на месте оказались сотрудники скорой помощи, пожарные, спасатели, представители дорожного управления для ликвидации последствий разлива топлива на федеральную трассу. Вот здесь на бумаге все гладко и вот в этой ситуации. Но если 6 тонн реально разольется, ситуация будет немножко другая. Я обращаю внимание на готовность именно тех сил и средств, о которых сейчас докладывал глава центрального района, и быть готовностью не только по учению работать, но и готовностью убирать большие объемы. В течение дня учения продолжались на других участках. Трудно в учении, легко всегда в бою. Надо отдать должное, что все наши службы должны работать в взаимодействии четко, и правильно. Потому что, когда случается чрезвычайная ситуация, то многие люди, особенно которые попадают в эту чрезвычайную ситуацию, они, конечно, теряются. И поэтому очень важно, чтобы руководители структурных подразделений, служб четко выполняли свои действия. Это первое. А для того, чтобы они выполняли эти действия, второе, надо знать, как их делать. Вот. А в третье, надо все-таки подучиться. В четверг будет проведен тщательный анализ командно-штабных учений. Штаб даст оценку и рекомендации по организации оперативной работы при чрезвычайной ситуации. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.